Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Nokia G21. И сейчас я покажу вам, как включить таймер в камере. Итак, для этого мы открываем камеру. И после этого на нашей верхней панельке у нас есть значок таймера. Нажимаем на него и выбираем 3 секунды или 10 секунд. И просто проверяем, как он работает. А он работает. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.